Пандемия понемногу отступает, и мы плавно возвращаемся к обычной жизни. С 1 августа в муниципалитете заработают кинотеатры. Откроют свои двери и «Искра», находящиеся в вынужденном простое более 4 месяцев. Естественно, эпидемиологическая обстановка внесет в работу кинотеатра свои коррективы. Так, по рекомендации Роспотребнадзора, количество доступных мест в зале будет сокращено до 30-40. До семейного просмотра будет разрешено сидеть все вместе. Для индивидуальных посетителей, соответственно, будут соблюдаться нормы в 1,5 метра. Посетители просят не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и приходить на показы в масках, по возможности в перчатках. Сотрудникам кинотеатра в обязательном порядке несколько раз в день будут измерять температуру тела. Они будут также обеспечены средствами защиты и санитайзерами. Так что о своей безопасности всем, кто соскучился по просмотру фильмов на большом экране, можно не беспокоиться. Идете в кинотеатр? Пойдете смотреть? Конечно. Несмотря на пандемию, не побоитесь? Снимают же ограничения, наверное, уже снимут. В общем, окончательно. Открытие, да? Ждем. Подготовка к открытию кинотеатра «Искра» идет полным ходом. Сотрудники приводят в порядок не только внутренние помещения, но и фасад здания. Фасад кинотеатра «Искра» только недавно обновили, но вандалов это не останавливает. Сотрудники кинотеатра регулярно оттирают надписи, но они появляются снова и снова. Уважаемые жители города, стены кинотеатра не место для рисунков. Поэтому давайте соблюдать чистоту и порядок, а также беречь наш город. Сейчас сотрудники «Искры» подбирают контент. Пока нам не удалось узнать, какой именно фильм покажут на первом сеансе после долгого перерыва. Следите за афишей. Она появится уже в начале следующей недели. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.